Всем привет, дорогие друзья! От матча к матчу мне все сложнее находить какие-то новые мысли, какие-то новые идеи для того, чтобы вам их рассказать, потому что локомотив играет примерно так же, как и каждый предыдущий матч, добивается примерно таких же результатов, как и каждый предыдущий матч, да, но оставляем... Краснодар за скобками, да, но э, с августа у локомотива 10 побед в 11 матчах, и они все добыты примерно по одному и тому же, ну не то что сценарию, но типология этих побед, она примерно вот всегда одна и та же. У локомотива есть несколько планов на игру, и иногда срабатывает план А, локомотив несется и сминает соперника, забивает 1, 2, 3, 4, 5, как было с химками. Иногда срабатывает план Б, когда локомотив первый тайм, возможно, не реализует там какие-то свои моменты, но после этого выходят на замену другие футболисты и уже тогда додавливают соперника и добиваются этих самых побед. В общем-то, находить в этом что-то новое и рассказывать какие-то новые идеи реально сложно но я буду продолжать выпускать видео, а вы подписывайтесь, вы ставьте лайки и продолжайте их смотреть. Я это очень ценю. У нас, несмотря на все проблемы, которые есть у YouTube, на самом деле с просмотрами все очень хорошо. Но ну, я думаю, что в немалой степени этому способствует хорошая игра Локомотива. И Алексея Батракова, в частности, в чьей футболочке я нахожусь прямо сейчас. И в предыдущем матче, в матче против Парей НН, Алексей Патраков снова забил два гола в самый нужный момент, снова сделал именно то, что должен делать ключевой футболист и э, сделал разницу в этом матче. Ну, давайте... Подробнее расскажу. На самом деле несколько мыслей, которые я бы хотел донести, у меня все-таки есть, и вот сегодня мы поговорим именно вот о них. Во-первых, это, наверное, самая интересная интрига вообще была до матча и как только увидели составы, у нас сыграла пара центральных защитников Ньемси Монтес. Это, ну, наверное, основная пара центральных защитников, по крайней мере, видится прямо сейчас. Если мы играем в два центральных защитника, то, ну, наверное, это все-таки Ньемси Монтес. Хотя я люблю Евгения Мороза. Но про Женю Морозова Галактионов сказал то, что ну, до паузы октябрьской на сборной мы его точно не увидим, до сих пор не занимается даже в общей группе, занимается восстановлением после мышечной травмы, полученной в сборной России, во Вьетнаме, в никому не нужном матче против сборной Вьетнама. Ну, что поделать. И, конечно, в этом плане покупка МС, она, ну, супер была нужна, супер важна. Как бы я хорошо не относился к Егору по Госному, но выходить с Егором на... Да даже на паре было страшновато, а уж на Спартак-то точно совершенно не хочется никаким образом. Ну и вот я говорил вам на прошлом... В прошлом ролике после матча с Ренбургом, что у Сосара Монтеса будет Два матча для того, чтобы как-то наиграть связи с НМС, как-то почувствовать команду, войти в игровой тонус, прежде чем он сыграет с Протоком. Так оно по сути и получилось. Мы обыграли Химки с Монтесом в составе. Монтес забил свой первый гол за команду. Красивый удар. Подключился на розыгрыш стандарта. Ну и, собственно, забил гол ногой, не головой. Я жду, что когда он еще головой начнет забивать, я уверен, что... С этим у него все в порядке, и мы это еще неоднократно увидим. Вот а... матч с Н это уже второй матч для Монтеса. Есть какие-то определенные моменты, которые, ну, шероховатости в игре Монтеса. В частности, например, там на фланге в подкате пошел и пропустил мимо себя игрока. Неточные передачи у него периодически бывают. Он пытается сыграть вперед, он пытается там разрезать полузащиту и у него это не очень хорошо получается, получаются обрезы. Да, это нужно исключить, но все эти шероховатости, они объясняются одной очень простой вещью. Монтес в команде буквально неделю, да, если не меньше. И, соответственно, ну, чуть-чуть больше, ладно, чуть больше, чем неделя. Э -э 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 и, естественно, ну, в такой ситуации ты не можешь рассчитывать, что у тебя центральный защитник будет играть так, как будто он всю жизнь в этой команде провел. Вообще, позиция центрального защитника, она, ну, наверное, самая сложная именно для встраивания нового игрока. Когда ты покупаешь нападающего, ты можешь его просто поставить на острие, его там ищут передачами полузащитники, а он уже пытается один там в один обыгрывать, бить поворотом или что-то такое. Да, по большому счету тебе не очень важно, как команда играет, если ты сам по себе умеешь играть в футбол, у тебя хороший поставленный удар, ты знаешь, куда открываться, ты быстро бегаешь и борешься в единоборствах. С центральными защитниками все не так. Просто ты должен Хорошо взаимодействовать с партнером по обороне, да, потому что э, в одиночку никто не обороняется. Один выдвигается на игрока с мячом, другой его страхует. Или, например, линию офсайда должны выдерживать. Или, например, есть общие команды, когда все выдвигаются, и ты должен встретить игрока, например, своего, своего у центральной линии. Да, все эти вещи, если ты их не выполняешь, ты можешь сломать вообще всю линию обороны, и даже если ты играешь, ну, хорошо, там, не знаю, в единоборство все выиграл, но ты поломал структурную игру обороны, команды будет пропускать. Вот, так что ну, в этом плане Монтесу еще вклиниваться и вклиниваться в нашу команду, понимать, кому можно отдавать передачи, кому не стоит отдавать передачи. Все это ему предстоит, но уже сейчас видно, что игрок хороший, классный, в общем-то, опять же, в единоборствах на втором этаже практически ничего не, не про, проигрывает. И есть одна такая вот вещь, которую я заметил еще по игре с Химками и по матчу с парой НН, она подтвердилась. Монтес постоянно крутит головой на поле, он постоянно сканирует пространство, он постоянно смотрит, какие игроки соперника где находятся, куда бегут, и из-за этого у него получается ну, не прошляпить. Какой-то рывок игрока, и он всегда сопровождает этого игрока, то есть нету такого, что от него кто-то там убегает. Да, Химки забили из-под него, но там был выход там, 4 в 2 примерно. Так что, ну, крути, не крути головой, а все равно игроков больше, и поэтому Бакаев забил. Ничего страшного. И что еще понравилось, да, это то, что Монтес общается на поле, несмотря на то, что он знает испанский язык и не знает русского, но он много общался с Егором Погосным в матче с Химками и много общался с Немси. И вот что понравилось в матче именно с парей НН, это то, что не было какой-то вот разбалансировки в нашей игре в обороне. То есть они все делали командно. Вместе вышли, вместе там оттянулись назад. Один там пошел встречать соперника, другой ему зашел за спину. То есть вот как будто бы, вот, когда Немси, только заходил в наш состав, вот этой командной игры не было вообще. Немси куда-то бежал, никто не понимал, куда он бежит, он не понимал, куда остальные бегут. И все это превращалось, ну, просто в цирк нашей обороне, о чем мы неоднократно говорили. А, здесь вообще нет. Здесь я два матча подряд. Да, понятное дело, что это Химки, что это Парей НН, но два матча с Сесаром Монтесом я вижу вполне себе слаженную оборону, которая действует как весь механизм. И не только, когда мы говорим, там, Монтес Немси, но и Монтес Сельянов очень здорово друг с другом взаимодействуют. Э, Нинахов там с э, Немси тоже на своем фланге вполне себе нормально э, играют, тоже никого не теряют, если один там от одного игрок убегает, какой-нибудь Басселли второй встречает и не дает проникнуть в штрафную. И все это приводит к тому, что ну, у Химок не было моментов у ворот Митрюшки. Ну, были, но э, такие удары издали. И у Парея НН, по сути, не было моментов у ворот Лантратова. Да, они забили гол, но здесь мы должны ну, поаплодировать немножечко Парея НН. Классный розыгрыш. Углового отличный навес на с углового на Калинского. Калинский в лед бьет, и Басели подставляет ногу. Там много случайностей произошло для того, чтобы этот гол состоялся, но в купе пари НН молодцы. Да, там Зе Турбо немножко придержал Карпукаса, который выбегал на этот мяч и мог помешать Калинскому пробить. У меня есть ощущение, что мяч немножечко отрикошетил от ноги Карпукаса, и из-за этого Нимси не, не смог попасть по этому мячу. Басселли среагировал и подставил ногу, он мог находиться в любой точке и мог не подставить эту ногу, просто не дотянуться до мяча. Да, ну, случилось как случилось, но на самом деле ничего страшного в этом нету. Опять же, это не та ситуация, как с Динамо, например, когда просто мяч летит в нашу вратарскую и... Никто на этот мяч не реагирует, и Майсторович вносит его с вратарской в наши ворота. Из вратарской в наши ворота. Так что нет, ну бывает, окей, ничего страшного. Ну пропустили и пропустили. Во-первых, мы до этого уже успели забить, и Дмитрий Воробьев молодец. Помните, в прошлом ролике я вам говорил о том, что если Дмитрий Воробьев будет играть так же, как он сыграл с Оренбургом, то голы обязательно его найдут, потому что, ну, вот это вот правильная игра Дмитрия Воробьева. Внутри штрафной он отлично ориентируется, у него есть чуйка, и он знает, как доставить мяч в сетку ворот. Да, у него немножечко сейчас сбился прицел, и опять же, да, он два удара Наносил в этом матче тоже очень опасных. Один прошел мимо левой штанги. Он хорошо его направлял, но, к сожалению, чуть-чуть не попал. Второй с штрафного облизал правую штангу. Тоже отличный удар. Это все придет, все, он умеет бить поворотом, у него вполне себе поставленный удар. Можно дальше играть вот так же, как и играл последние две игры, и все у него будет нормально. И, и опять же, да, у него статистика 4 плюс 3 в 9 матчах. Прекрасно играет в чемпионате. И этот гол это лишнее подтверждение тому, что все он делает правильно, если он будет играть вот рядом со штрафной. Но. Матч с Пари НН, он, в принципе, был довольно удобен, наверное, для Дмитрия Воробьева, потому что впервые в этом сезоне Локомотив встретился с командой, которая отдала Локомотиву мяч и села очень большим количеством защитников в свою штрафную площадь. До этого, с кем мы не играли, это практически всегда был такой, знаете, открытый бой. С Акроном, с Оренбургом, с, там, не знаю, Ахматом, с любыми другими командами с химками, они пытались атаковать, мы их встречали и пользовались теми пустотами, которые образовывали за их спинами и, соответственно, забивали довольно много мячей. Пари НН с первых же минут сказал, нам мяч не нужен, забирайте, мы будем стоять 10 человек за линией мяча, мы будем отбиваться. А что вы с этим сделаете, давайте посмотрим. И локомотив оказывается умеет и в позиционную игру тоже, хотя набор футболистов у нас больше подходит для быстрой игры, для вертикального футбола, но оказалось то, что и когда внутри чужой штрафной стоит 10 человек, мы все равно можем создавать моменты. И, соответственно, да, счет был 1-1 в первом тайме, но по большому счету волнения, что у локомотива может что-то не получиться в этой игре лично у меня не было. Это вот второй план Б, про который я уже говорил. Это второй вариант игры Локомотива, когда, ну вот, ну вот что-то не получилось в первом тайме, да, пропустили, забили, пропустили, но у нас есть возможность усилить игру, мы четко понимаем, что нужно сделать, мы точно знаем, что у нас будут еще моменты, потому что и в первом тайме их было много, и дальше будет только больше, соперник будет уставать, а у своих ворот по большому счету особо ничего не создается, поэтому мы можем только увеличивать количество игроков в чужой штрафной. Собственно, так оно и случилось. На второй тайм вышел Севикян. Севикян отдал голевую передачу на Батракова. Батраков забил. Потом а, Батраков забил еще раз после аута Самошникова 3-1 И все, собственно, игра закончилась батракова потом поменили, поменяли на Тимофеева Чтобы не дабы желтую карточку Не получил И все, довели матч до победы 3-1 Вообще не беспокоясь И не давая никаких шансов паре НН Да, паре НН особо и не лез вперед Такое ощущение, что а, Не понимали они а что делать В ситуации, когда они проигрывают 3-1 А Локомотив обороняется а, что хочу сказать. Мне очень нравится, как в этом сезоне ведет себя Михаил Галактионов. Я много его ругал по прошлому сезону. Я ругал его по матчу с Динамо за те решения, которые он принимал, за всякие глупости, которые он делал с выбором состава, с заменами. Мне очень нравится то, что происходит в Локомотиве. Мне очень нравится решение Галактионова. Выход Савикяна вместо Нинахова. Самошников отодвигается назад. Это то, что было нужно в перерыве. Да, у нас проходят трансляции, и меня очень легко проверить. Я в конце первого тайма и в перерыве. Я, меня спрашивали о том, что нужно поменять в, в игре локомотива для того, чтобы э, добиться успеха. И я, в принципе, рассказал практически полностью ход э, того ход, ход замен Михаила Галактионова. В перерыве выпускаем Севикяна, опускаем Самошникова вниз, э -э, выпускаем вместо Нинахова. Севикян должен начать нагнетать на правом фланге. И Самошников был активен, но не очень продуктивен. Выпустили Севикяна. Потом я говорю о том, что ну, если э -э, не будет этого достаточно, дальше можно использовать вот эту нашу стандартную схему, при которой мы Батракова опускаем чуть ниже и выпускаем Сарвели и Сулейманова, добавляем Давление на чужую штрафную площадь, добавляем еще больше креативных футболистов, которые могут сделать передачу или пробить поворотом. Так оно и случилось. И затем я говорю о том, что у Батракова есть три желтых карточки, и, соответственно, очень бы, было бы неплохо поберечь его, выпустить Тимофеева и спокойно довести матч до победы. И вот, собственно, Батракова заменили, Тимофеев вышел, и ноль опасности у наших ворот. Это все еще более ценно, если вспомнить, например, матч против Оренбурга уже полуторагодовой примерно давности, где у Карпукаса было тоже там, 3 желтой карточки или 7 желтых карточек, я уже не помню, наверное, 3. И после матча с Ренбургом у нас было какое-то дерби. Ну, видимо, с ЦСКА. И было очень важно, чтобы Карпукас не получил желтую карточку. После ЦСКА, там, не знаю, Пари НН или еще какая-нибудь, ну, вот там мог спокойно пропустить. Но на ЦСКА нам нужен был полноценный состав. Счет был 4-1, если не ошибаюсь, в нашу пользу. Но Карпукас играет все 90 минут. И на 90-плюс получает злополучную желтую карточку в абсолютно бестолковом моменте и пропускает игру с ЦСКА. По-моему, Щетинин тогда вышел. Могу, конечно, сейчас путать, но сам факт того, что по какой-то причине Карпукаса не меняли до самого конца, вот он был. Здесь этой ошибки нету И мне очень нравится, как вырос Галактионов за те уже больше полутора лет, которые он с Локомотивом провел. Это самый там, результативный тренер Локомотива. Это тренер, который набирает больше всех очков за игру. Он уже занимает второе место по количеству матчей с Локомотивом. Да? То есть никто в истории Локомотива, кроме Семина, не тренировал Локомотив в российской премьер-лиге дольше Галактионова. И на этом отрезке, уже огромном отрезке, он набирает ну, больше двух очков за игру. Хотя это, по сути, получается его третий уже чемпионат. Это очень круто, и могу только похлопать и поаплодировать Галактионову. Он огромнейший молодец, и то, как он вырос, достойно всяческого уважения. Надеюсь, что он еще с нами на долгие-долгие годы. Ну и все вот болячки, все проблемы, про которые мы говорили в прошлом сезоне, это то, что... После межсезонья у нас плохая физика, этого нет. Мы отлично вошли в сезон и мы сейчас показываем отличные кондиции, отличную форму. Да, у нас есть определенные мышечные травмы. Вадим Раков, судя по всему, получил травму, Морозов получил травму, Фасон получил травму, сегодня Технезиан получил травму прямо на игре. Но это ну, вообще без травм никто не может обойтись. Четыре травмы за там, два с половиной месяца — абсолютно нормальная история опять же, есть кем заменить, состав подобран хорошо, все нормально, да. Если помните, год назад у нас э, уже к сентябрю, наверное, пол состава побывал в лазарете, как раз тоже с мышечными травмами. В общем, в этом плане все отлично. По заменам, по каким-то... Да, бывает, э, Галактионов Кропукаса в запасе оставляет, но я надеюсь, что на Спартак Этой ошибки не будет допущено. Карпукас блестящий матч провел сегодня. Ну и вообще, наверное, если уж говорить про это, то Батраков молодец. Это ну, не нуждается ни в каких дополнительных подтверждениях или каких-то иллюстрациях. Вы сами понимаете, два гола забил, Батраков молодец. Но в этом матче Иглоктенов правильно сказал на пресс-конференции: Не нужно хвалить одного только Батракова. Да, он забил два гола, но. В этом матче блестяще сыграла вся команда. Это феноменальный матч от Дмитрия Баринова. Он был просто прекрасен, он был везде, он огромное количество работы провел, много единоборств выиграл, много передач отдал и фактически по всей ширине, по всей длине поля действовал. Это был потрясающий матч Артема Карпукаса, который создал первый гол, создал, ну, практически, Создал второй гол, ну, по крайней мере, принял в нем самое деятельное участие. И в целом очень много передач вперед отдал для того, чтобы как раз постоянное давление на ворота Парена создавать. Фантастический матч Ильи Самошникова или Александра Сельянова, который съездил в сборную. И, как и прогнозировалось, после встречи с Карпином в сборной России вышел вот на свою проектную мощность: то, как он умеет играть в футбол. И да, я его ругал по матчу с Оренбургом, как он э, смотрел футбол, когда нам забивали второй гол. Но э, сколько, опять же, делает работа Александр Сельянов в обороне, в атаке, как он бегает туда-сюда, ну, это Любо дорого посмотреть. Два центральных защитника, про них я уже сказал, ну, про Монтеса сказал, ну, Немси шикарно отыграл. Да, у него был момент, где он ä, пробил головой, а он головой играет плохо. Если бы он вообще не играл головой, там, скорее всего, Воробьев бы дубль оформил еще в первом тайме. Но, опять же, все единоборства в обороне, все выиграно, все очень чистенько. Если поначалу мы еще, помните, вот эти вот эпизоды, где NMC неаккуратно играет в своей штрафной и может заработать пенальти, но судьи нас щадят и не ставят его. Все, сейчас все очень чистенько. Ну, надеюсь, что так оно и продолжит быть, но, тем не менее, по этой игре, по предыдущей игре, ноль вопросов к Немси, огромнейший молодец, все выигрывает, классные передачи отдает, диагонали летят просто изумительно, точно в ножнику Сергею Пеняеву. Тот же Сергей Пеняев, да, к нему наверняка есть много вопросов у людей, но он тоже был активен, он приносил свою пользу, он бил поворотом, прекрасный момент в самой концовке первого тайма, отлично пробил в лед в ближнюю девятку, потащил Медведев, был еще момент в начале второго тайма, там Эктов подставил свою голову, тоже хороший удар после смещения, штрафные зарабатывал на рывках штрафной, ну то есть опять же он был активен, и вся эта активность, она в итоге приводит к тому, что так или иначе кто-то из защитников пари НН ошибается, и Локомотив забивает гол. Да, забил не Пеняев, забил Батраков. Но к тому, чтобы забил Батраков, привела работа всей команды на протяжении всего матча. Да, если я кого-то не перечислил, то это не потому, что они плохо сыграли. Просто, ну, вся команда была огромные молодцы, и это важно, это очень важно. Я не устаю это повторять, что в этом сезоне у Локомотива команда. И каждый игрок этой команды Делает свой вклад в то, что команда побеждает И сейчас находится на третьем месте Уже с отрывом от четвертого Да, мы даже если мы проиграем Спартаку, не дай бог На следующей неделе мы ниже третьего места Не опустимся ни при каких раскладах Ну и там вообще говоря на следующей неделе Зенит с Краснодаром играет э, Те, кто выше нас, собственно, в турнирной таблице И если они поделят очки, Локомотив выиграет Давайте оставим это на следующую неделю, пока только э, помечтаем. Ну и в общем третье место достаточно неплохая засада у нас, э, учитывая опять же, что э, сейчас мы сыграем свои самые сложные игры и даже если мы будем на таком же отставании от Зенита к весне меня это полностью устроит. Вот, но все равно, могу только рассыпаться в всяческих комплиментах этому локомотиву, за него хочется болеть, на него хочется смотреть. Они много забивают, они горят игрой, они все переживают, и это просто прекрасно. Вот все, все, что я хотел сказать по матчу с Парене. Надеюсь, что какую-то вам новую информацию я донес. Через неделю очень важная игра. И да, еще тоже, чтобы вы понимали, заранее это скажу, соломку постелю. Есть чемпионский график, это два очка за игру. Локомотив уже идет с достаточно сильным опережением этого графика, но я всегда э, и вас призываю, и на стримах призываю, и всегда считаю у себя в голове блоками матчей. Вот у нас от сборной до сборной 4 матча. Это Оренбург-Пари НН, два довольно сложных выезда, э, Спартак домашнее дерби и потом Крылья Советов. Вот в этих четырех матчах нужно набрать 2 очка за игру, то есть в четырех матчах 8 очков. 6 мы уже набрали. Даже если мы проиграем Спартаку, но потом обыграем Крылья Советов, меня это полностью устроит. Обидно проигрывать Спартаку, обидно проигрывать в дерби в любом, но тем не менее, если мы э, думаем стратегически, если мы мыслим разложением сил на весь календарь, то даже поражение от Спартака для нас не будет для вообще никаким критическим. Да, я читал там комментарии в очередной раз, что вот именно матч со Спартаком покажет истинную силу Локомотива, на что он будет претендовать. Вот если выиграет, то это чемпионство, а вот если проиграет, то это значит то, что мы опустимся вниз. Полная фигня. Вот мы проиграли Краснодару, и после этого выигрыш, выигрыш, выигрыш. И в Кубке мы уже дальше прошли, в чемпионате 6 очков набрали, все у нас нормально. И от Краснодара отстаем всего на 2 очка. От Краснодара вообще не отстаем, от Зенита всего на 2 очка отстаем. Так что это полная фигня. И, ну, если мы продолжим также собирать очки с низом турнирной таблицы, Пари НН, крылья советов, крылья советов тоже сейчас в плохой форме, то можно даже и. Э не набирать 3 очка со Спартаком. Ну, а если мы наберем 3 очка со Спартаком, то, ну, это вообще, наверное, будет самая любимая команда Локомотив из всех тех Локомотивов, которые я видел. Очень хочется этой победы, очень на нее надеюсь. Спартак, команда довольно неприятная для Локомотива, потому что они сейчас э, плотненько в обороне сидят, но Проблемы у них точно есть, и слабые места у них есть, и уже несколько команд показали, как играть против этого «Спартака», так что у «Спартака» моментов минимум, а у их ворот моментов максимум. Но об этом будем говорить через неделю. Надеюсь, что у нас будет такое же хорошее настроение, как и сегодня. Все, на этом все. С вами был Тим. Всем пока.